Ребята, мы с Эмилем приехали в Одессу. Ну, мы, короче, мы в Одессе тут гуляем, тусим, так сказать, бежуем, да. Все классно. А ты что, тут командиром, да. Командиром заделался? Я антипатер. Не знаю, я не слышу. Ну ты классный, конечно. Рокстар. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. Как бы снимать видос с катакомбов бесполезно, потому что тут ничего не видно. И как бы, да. А куда? Мы, по-моему, потерялись. По-моему, мои права ущемляют. По-моему, мы потерялись. Лили дырку в камне, а? Как будто пилу засунули, дядя Вася. Дядя, что ты делаешь? Дядя. Он, походу, творишь? Пилой там. Что он делает? Режет камень. Что ты делаешь? I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. Алла Анатольевна, мы сегодня будем кушать. Это что, мертвый цыган? Там мука есть. А, зачем ты сломал?